Здравствуйте, с вами Ирина, канал Светики. Показываю своего красавчика. Вот это сказочная история. Он распустился в ночь на Рождество. Утром встала 7 числа и ахнула. Он полностью расправился. Но я не снимала его несколько дней. Я ожидала, что вот этот язычок верхний, что он поднимется. Вот видите, он немножко к низу как-то. Ну, он так и остался. Это все красиво. В принципе, он такой, как на картинке. Вы помните, это мой сюрприз был. Мне, вернее, сюрприз. На картинке только вот этот, не знаю, это язычок или как его назвать, был такой малиновый. Здесь вот он коричневый. Ну, красавчик все равно. Что-то интересное. Ну, вот листики отросли так, я не знаю, может его уже пересаживать нужно. Свисают по краям. Ну, вот она моя звезда. Дождалась я, наконец. В то же время вот активно растут у него молодые ростики. Вот этот был совсем малепусенький, когда начал распускаться цветочек. Ну, его не напрягло, он и цветочек распустил, и вот, смотрите-ка, она уже вымахала. Розеток много на самом деле. Я надеялась, что вот этот листочек тоже будет стоп-листом. Вот. Предпочел расти. Может, я его закармливаю, но я всего 2 раза поливала доломитовой мукой. Я уже рассказывала, как я за ним ухаживала. Внизу я иногда наливаю теплую водичку в кашпо, поскольку услышала, что они это любят. Ну, вот он немножко подсох. Что они любят ножки в тепле, а листики прохладные. И я ставлю его на подоконник под батарею. Но иногда вот наливаю теплой водички, чтобы там попарило немножко ножки. Ну, вот так я за ним ухаживаю. За эти несколько дней, что я снимала свои цветочки, вот расцвели еще. Вот нарастил, по-моему, 2 цветочка раскрылось. Один я показывала. Начинает, ну, еще вот грудь впереди. Вот у меня Charmer Stripe. Ну, кто как и называет этот цветочек, кто калейдоскоп, еще как-то. Но мне на горшочке было написано Charmer Stripe. Вот я его так и называю. Вот первый листочек, цветочек. Там уже на готове. Он огромный. Не хотела я, чтобы он таким деревом стоял. Немножко его вот на маленькую палочку прикрутила. Ну, к низу цветочки. Ну, пусть будет гроздь. Вот поцелуй. Распустил еще один цветочек. Но засушил один бутончик. Я не знаю, что происходит в этом году. Ну, у меня ремонт. Как я уже говорила неоднократно. Тут периодически ходят. Носят стройматериалы, проводят работы. И еще, я думаю, я их двигаю, наверное, постоянно. Потому что сначала я их прячу от ремонта, потом я их отмываю, поскольку пыль все равно летит. Ну, вот поэтому, возможно, сохнут бутоны. Вот, наверное, светло на окне. Сейчас. Вот мукола распустила мне несколько цветов еще. Ну, и отсушила один бутон тоже. Хотя, ну, я ее, да, я ее тоже мыла, брала. Ну, возможно, поэтому. Ну, в прошлом году у меня не было такой проблемы. Но и цветущих у меня было меньше в прошлом году. Несколько штук всего. В основном покупных. А своих было всего 2, по-моему, цветения. Напомню, я недавно орхидеями занимаюсь. Это вот вторую зиму я зимую с ними. Поэтому, ну, в прошлом году у меня не сохли бутоны. Возможно, я более трепетно к ним относилась. Не двигала, не трогала. Ну, по идее, ведь их нельзя трогать, пока бутоны не распустятся. Но я вот их постоянно передвигаю, то мою, то снимаю. Вот для съемки я же их тоже
в одно место составляю, чтобы было удобнее снимать. Возможно, поэтому пилорик у меня продолжает цвести. Уже не стала я легато другой сюда тащить. Фронтеры остался один листочек, цветочек распуститься, а потом я ее покажу. Ну, главный герой у меня сегодня Пафик, мой первый, мой сюрпризик. Теперь, как вы знаете, у меня еще один Пафик есть. Я его пересадила. Кстати, могу показать сейчас. Ну вот он у меня стоит, наверное, неделю стоял. Я его сразу поливала, мочила ему ножки. Пересадила вот недавно. Мне кажется, вот эти листочки, они выросли. Потому что я осматривала оба Пафика. Я купила два, я рассказывала. Один для Ирочки из Севастополя. Ну, у второго был молодой ростик, даже два. Я вот когда их осматривала, увидела. Поэтому я и выбрала тот. Вчера, кстати, отослала его. Утеплила, утеплила. Там и газеты, и утеплители, салфетки, коробочку. Вот вчера поехал он в Крым. Ну, в Крым мы решили, что можно отослать. Ну, вот тут я не видела у своего. Вот это явно новые листики. Ну, свой я сразу начала, повторюсь, поить. Потом пересадила вот его в такой горшочек. Ну, наверное, горшочек на вырост. Но у него столько розеток, поэтому я... Он двойной, там я буду его доставать. Вот люблю эти горшочки Фиджи. У них все видно и на ножках. Ну, я к тому, что мне показалось, что я вижу новые. Ага, тут нет, нет, нет. Вот не было новых лепесточков. По-моему, они появились вот за эту неделю. Чуть не забыла. Вот у меня еще один сюрпризик расцвел. Это Минечка. Подарок от Сусаны Тамарян из Краснодара. Вот. Бургундия, по-моему, да? Бургундия. Нашла. Нашла его в каталоге. Да. Подписала. Оказывается, у меня есть такая. Я покупала Минечку. Ну, ничего страшного. Красавица, красавица. Ну, вот тоже, видите? Ну, я еще раз повторюсь. Я очень много их таскала. Потому что я убирала. Когда тут у меня пилили, сверлили. Потом я их отмывала. Два раза. Ну вот тоже отсушил один бутончик. Ну что делать, летом нам некогда ремонт производить, когда люди добрые делают все ремонты. Мы делаем зимой. Еще хорошая новость у меня за эти дни. Вот это у меня вторая групповая посадка фиолетовых орхидеек. Вот, ну, этот цветоносик я показывала, он уже давно. Он как-то медленно развивается. Сейчас я снова поставила на окно, чтобы они ожили. Ну, вот тут у меня печалька была. Они стояли на окне, к свету. Я же хотела, чтобы они все вместе расцвели. И вот тут пострадала у меня мелкая орхидейка. От солнца обгорела. Вот она болела, я убрала с окна там. Ну, как, ухаживала усиленно за ней. Вот пошли новые корешки прямо пучочком расти. Ну, листики продолжали расти. Вот там больной листик остался такой. Ну, тургор очень прям он толстый-толстый. Вот два новых листика. Вот этот был маленький листик. Он подгорел. Ну, вот как... Я их отмывала, как и все. И обнаружила уже довольно большой цветоносик на втором. Ну, вот тут она суцинки у меня осенней. Вот у нее такой листик был обломанный. Сейчас она его кушает. Растит там корешки. Но самое главное, цветоноса. Его не было. Я периодически осматриваю их. Одновременно листочек растит. Как же, что плохо видно. Ну, как вот тут вот
ждать цветоносика от бедного растенеца. Ну, хотелось бы, чтобы все три расцвели. Ну, вот об горелки выросли. Но она вылезла как-то у меня. Корни все. Почему-то ей там внутри не нравится. Хотя в белой посадке наоборот. Вот беленькая малышка ушла прямо вглубь туда. И самая такая... Тургор самый у нее большой, хороший, твердый. Ну, это тоже вот я потрогала. Очень твердые листики, корешочки. Ну, вот так ей нравится здесь расти. Что я могу поделать? Вот старые корешки, видите, они засыхают. Не знаю, даже уже, наверное, можно обрезать, хотя я их не обрезаю. В принципе, некрасиво, конечно, но что поделаешь. А тут просто вот со всех сторон как вот лезут пучком. Корешки. Ну, еще от нее цветоносика дождаться. Хотя это, повторюсь, эгоизм, наверное, с такой малышки. Больняшки требовать. Хотя уже, вот смотрите, корешков довольно много. Ну, вот там будем ждать цветения общего. Ну, вот такой небольшой обзор моих расцвевших орхидеек. Ну, главный герой, конечно, вот этот пафик. Ради него я вот показываю и снимаю. Спасибо всем, кто посмотрел. С вами была Ирина, канал Цветик. До свидания.